Все, надо тянуть палочку. Сломать бы крюк сейчас. Вот этот вот. Тихо, тихо. Бочком, бочком. Где этот вообще есть? Ох, один ты. Я иду за тобою. Что-то там мечтаю. Отзовись, не молчи. Бежим, блядь! А ну че? Почему левый не могу вылечить? Левый нет ослабления этого. Приперки, которые... Случайно. Блин, надо в храм. Опа. А.
Чи-ч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 и.
Что-то пин что-то зашкаливает. Весьма и весьма. Классный ник. Блин, вот я не понимаю людей, которые всякую чушь пишут вместо своего имени. Ну или ника какого-нибудь. Ну ладно, она стоящая, допустим, вместо Насти. Или всякие вот эти вот рожицы. Всякие слова нехорошие. Нахера это все? Это не видно, что он присоединился. Не, мужик, у тебя все-таки сыграет что-то не то. И долго так надо стоять. Парамиша.
Прикольно, прикольно. Я говорю, что-то у него с игрой не в порядке. У тебя с игрой не в порядке. Пригласи, так уже пригласила. Два раза уже приглашаю, ну. Т-15 Джозеф как-то там, у него есть перк. Когда его снимаешь с крюка, крюк навсегда ломается. Что если набрать в лобби одних вот этих художников и каждого на крюк повесить? По два раза. Это получается, все крюки можно переломать? А это идея. Почему никто не додумывается до этого? Сейчас полчаса будет крутиться. Сука, ошибочка. А выкинуть или нет, все вот будет обидно. Нет! Thank you.
но он, наверное, на бомжатину похож. Блин, почему все художники на бомжей похожи? Говорят, что можно в этих кустах типа прятаться и не найдет тебя маньяк. Я не знала. Дерзкий-то, а? Yeah. Мама, бейте, ёб твою мать! Thank you.
как-то даже не круто. Ну блин, зачем так подставляться-то? Да, но это будет проблема. Не хочет и не надо.
Это ж психбольница. Буду ломать штыки. Боги, где я? В какой стороне? Парень-то жестит. Это время что делал? Непонятно. Ugh.
А ёлки-палки, что так сразу-то?
не болит. Бежим ко всем куям. Сдается, честно. Сильно тормозит. Чё за кино-то? Кино-то. Кошмарики.
Очень страшное кино позырило. На ютубе нормально, да, значит? Кино замутить. Я, кстати, Твич тоже подтормаживает. Действительно, что-нибудь поглядеть завтра, например. Я хотела старый фильм Хэллоуин посмотреть.
Я говорю, по-моему, на Твиче-то они прилетают бан за то, что ты там смотришь что-то. Вот получается старый фильм, самый первый, 78-го что ли года. Там нормальный фильм по трейлеру, ремейк, по-моему. Там уже, когда в Майкла Майерса не дух вселяется, а он растет в ебанутой семье. То есть там две части тоже были. И он блондин, ну шлепок такой. И вот я знаю, что в прошлом году выпустили фильм, вышел, вернее, фильм. Хэллоуин 2018. А какой-то он, знаешь, это... О. Слишком много воды. Молодец. Чем вот это дает хуйня? А, подсвечивает людей. Нахер? Пойди. Вот, но смотреть фильмы надо, наверное, только на Твиче, потому что там не банят, а Ютуб сразу в бан меня может упрокинуть. Название, но я не особо помню. Mm-hmm.
А ты создал милые кости. Ну да, есть над чем подумать. Бесполезная херня. Сука, зачем? Сука, что было там в сундуке? Я так даже не увидела. Может, аптечка? Вот зачем так делать?
стоял и ждал. Сломал генератор. Куда в шкаф залезть и просидеть
всю катку, почему бы и нет? Что-то напряжёнка какая-то. Сука, увидел. Сам свой капкан попал. Блять, в мою сторону смотрит. Я робот. Да, и его жесткие приключения. Он мне даст тебе починить этот долбанный генератор.
Отстань! Говно! Получается, люк закрыл. Скорее всего, услышал, я, по-моему, на спринте шкаф ломанулась. Когда вбегаешь в шкаф, то слышно. Ну почему вот я вот догадываюсь, какая-то подляна будет. Не такая уж долгая, я бы сказала. Были и дольше катки. Было как-то так, что я одна осталась. Дочинила генератор один. Потом ворота открыла. И тут меня Майерс-то и покромсал. Так говорится, это... Клише момента, самый последний момент клише. Так обычно самый последний момент там это от беды уходит, а ко мне пиздец подкрался незаметно.
люблю эти долгие. Поцелуйский. Да, последний умирает, а прогресс. Потому что в основном я всегда первая помираю. Так, и пойду я в дом нах. Пока не заходи сюда. Биться на него проклятие могут насылать. Так, проклятие. Ну да, наверное, проклятие. Проклятие. Проклятие, порча. А то он хуже работает.
вообще без палева. Нахера ты мажешь руками? Ты же так быстрее сдохнешь. Перит, походу, парня-то. Ебать. А хули делать?
Нету, что ли, было? Вроде бы как. Печенка. Мне надо генератор запустить. Сука, последний остался. Ugh!
Ну, такое себе. Томас, явно не идут короткие стрички, особенно белый цвет. Сырок.
Интересно, интересно. На Ютубе тоже? Странно. Ah!
Не знаю, в чем дело. Если бы у меня бы тормозил интернет, у меня бы игра, наверное, тормозила. У меня все пока нормально. Вот это я проебала шанс. Слезть с крюка.
Ah!